В воскресенье в Самарской области солнечно, сухо и жарко. Температура воздуха днем 26-28 с плюсом, ночью 19-21 выше 0. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду. В Сызрани безоблачно, днем плюс 27, ночью 21 выше 0. Юго-восточный ветер 2 метра в секунду. В Тольятти солнечно, температура воздуха днем плюс 26, ночью плюс 19, северо-западный 1 метр в секунду. В Самаре ясно, днем плюс 26, ночью плюс 20, северный ветер 1 метр в секунду, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 51%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.